аккуратней на заброшках. На заброшку мы приехали. Ура, мы не в тяжелом люксе, мы наконец в человеческом люксе. Поля, посадки, Гринпис. Сегодня 6-е, как и договаривались. И это не просто какие-то красивые парки в центре и в черте города Москва. Это действительно лес. Это действительно то, что нужно это восстанавливать. Но я сегодня не на целый день, как в прошлый раз. Сегодня покороче, потому что у меня сегодня самолет вечером. И нужно еще успеть кое-что сделать. Три дуба сам посадил. Да? Да. Вообще вот просто сам? Нет, ну нет, мы с помощью, конечно. Но пока печеньку уронил. Все, Тимоха, пошли за печенькой. Нет, он говорит, что больше трех. Смотрите, очень на самом деле интересная технология посадки. В принципе, как обычно, может каждый. Вообще ничего такого хитрого сверх нету. Ничего, главное. Берем, переворачиваем вот эту траву корнями вниз, чтобы она не начала расти. Вот. И фигачу. Вода. Пока так. Ладно, так сделаем. Для наглядности. И вот в эту сторону разок. Раз. Вот мы. Героин тут играет, собирается. Так. Друзья, кто хотел сажать? Всех хватает. Второй, да. Сейчас Юля только возьмет. Моя технология правильная. А вот это вот мы набрасываем обратно сюда, чтобы чтобы уровень был правильный, чтобы не затекло туда, ничего не сгнило. А вы на ветру его держите, зачем вы сушите корни? А? Откуда у вас такие глубокие познания? В этом плане. Это скорый был курс. Хочу лайфхак один сделать. Давайте. Потому что вот это орудие, меч Колесова, самый гуманный меч. Орудие, он весит почти 6 килограмм. Нет, два движения, делаем лунку. Да. У вас, смотрите, у вас цель сделать рационально много, хорошо и качественно. Да. А у меня еще цель подкачать себе спину, поэтому я буду делать больше одного движения. Хорошо, но можно спину сорвать. Да, но если втягиваешь живот, то все в порядке. Это уже какой-то фитнес какой-то. А подержи. Нет, скажи что-нибудь. Хорошее, можешь про себя сказать, если можешь, стесняешься? Да. Небольшой, не будь лапшой, давай. Сейчас. Мышки должны себя чувствовать комфортабельно. Корневая шейка не сильно будет глубина. В избежание загнивания. Да, поместили. Вот, да, здесь край, я вижу, сухой. Для простоты делаем вот как. Нам же надо быстро выше? Все делать. Выше. Вот так вот. И придавливаем. Дианка, пальчиком вот так вот придавливай. Так. Я сейчас лопатой же пальчик. Вот сюда меч, где-то сантиметрах в 5 заглубляется, и движение на себя, первое дело. С корни сначала. На себя. Да. А потом верхнюю часть корневой стены прижимаем. Все. Ну-ка. Идеально. Пускаем. Раз. А дальше, не жалея своего собственного веса, обтапкиваем. Меч можно доставать. Да. Потому что лунку надо же задеть.